это вполне нормальное явление. Ну, с мясом могут тоже закопать, вполне. В принципе, такие ситуации могут быть. Вот, кстати, момент у Кузьмина. Кузьмина, бросок и шайба в воротах. 1-0 в пользу Салавата Юлаева. На хорошей скорости врывается в зону соперника нападающий Салават Юлаева, Глеб Кузьмин. Но это еще не гарантия того, что ты бросаешь или создаешь опасные ситуации, как сейчас это делает Салават Юлаев. Николай Кулемин, 3-0. Это все? Очень похоже на то, что эта шайба может так